И совсем немного магнитных контактов. Вот. Это все магнитное. Немножко. Так что все это загружаем в стакан. Стакан на 2 литра. Хорошенько промыт дистиллированной водой и заливаем сюда же дистиллированную воду. Где-то так. И азотной кислоты. А пока 20, можно еще 20. 40 миллилитров, ставлю на плитку, включаю вытяжки, пускай растворяется. Да, раствор зеленый, все растворилось. Немножко отстоялось. Сейчас буду фильтрацию делать. Сначала через вакуумник, а затем посмотрю. Возможно, самотек. Ну и будем выделять сначала хлорид серебра, затем проверю палладий в этом растворе. Ну, что-то похоже, что должно быть. Посмотрим. Раствор профильтровал дважды. Ну, сначала вакуумником, затем самотек. Ну и раствор насыщенно зеленый такой. Сейчас посмотрим, что там оставалось после растворения. Вот сейчас как-то посмотрим. Сейчас попробуем посмотреть. Ну вот такое. Какие-то контактики, которые не растворились даже и в царской водке. Потому что царскую водку я вливал. Там были, хоть и очень маленькие, но желтые шарики. Вот такое осталось, конечно, что-то черное. Вот оно, после царя. Вот, это после царя. И вот такой царь. Ну, его еще нужно расфильтровать. И проверим. Возможно, там есть и золото. Но есть, но сколько его? Нужно посмотреть будет. А сейчас выделяем хлорид серебра. Вот с такого раствора. Конечно, воды надо бы долить сразу. Вот. Долью сразу воды. И соляная кислота 15%. 200 миллилитров. Сейчас посмотрим, сколько войдет. Здесь лишнюю влить нельзя. Так, ну, 50 миллилитров осталось. Нужно помешать. Ну, да, зеленый растворчик останется. Так что палладий должен быть. Ну, если золото было, вот оно, должно быть, должен быть и палладий. Так, а ну-ка еще проверю вот так вот. И долью воды. О, уже почти нельзя, потому что
выпадет и палладий. Палладозамином. Так что я сейчас воды долью. Вот и все. И пускай уплотняется хлорид, затем солью эту жидкость. И проверим палладий. Диметилглексимом проверю, разведенный на спирту. Ну все, я так оставляю, не знаю на сколько, хотя бы на пару часов. Ну вот он, хлорид. Пока сколько его уплотнится, посмотрим. Поварил и промыл хлорид. Смотрим. Вот. Вот сколько его. Сейчас сюда залью аммиак 25% растворю и буду осаждать серебро. Вот уже с растворенного хлорида аммиаком гидрозингидратом буду осаждать. Но это уже раствор с промывки. И сейчас проверим наличие палладия. Вливаю ДМГ. Ну, пока 100 мл вылью. Где-то 1 грамм диметилглексима получилось. Помешаю и посмотрим через время. Сразу не покажет. Ну, я вижу, что вроде бы есть глексимат, палладозамин. Потом посмотрим. Ну, это раствор там золота немножко было, да. Тоже сейчас сюда кину гидроксиламин и пускай восстанавливается. Ну, там что-то вроде бы и платина имеется. Я так хлористым оловом проверял, то вроде бы и есть и покраснение, не только темнота. Посмотрим. Восстановил серебро. Это все остатки меди, которые там оставались в хлориде серебра. Вот металл серебра выпал. И вот такие растворы. И там вот такая немножко есть муть. Она тоже всплывает. Ну, что-то там коричневое. Это медь. Она, вот эта муть легко отмывается с этого металла, металла серебра. Вот она какое чистое, красивое. А все примеси остались в жидкости. Это я уже делаю промывку. Промою до чистой воды. Отожму воду из осадка. И буду плавить. Вот этот чистый осадок серебра. Ну а вот сколько палладия. Это какие-то пылинки были на некоторых контактах. Тонкое напиление. И вот сколько. Это, возможно, миллиграмм, возможно, 2 миллиграмма. В общем, лишняя забота. И золотом то же самое. Вот.
такой раствор, непонятно, что там выпало. Конечно, какая-то пыль, тоже миллиграмм золота выпало, но оно там смешалось совсем. Короче, вот серебро и все на этом, а больше там ничего нету, толком нету. Если было много вот этих контактов, то, конечно, можно было бы хоть что-то взять с палладия, ну и, возможно, и золото. Если бы, допустим, было в 10 раз больше вот таких вот контактов, с которых я взял вот такое вот серебро. Ну, сейчас промою, отожму и сплавлю. Ну, вот такие брикеты. Сейчас наведу свет. Вот беленькие, красивые. И вот сколько их. Сейчас буду плавить. Ну, а вот этот глексимат. Солью жидкость. Возможно, соберу как-то ложкой сверху вот эту пенку. Ну и нижнюю часть на фильтр. Ну, где-то буду сохранять или маленькую колбочку солью. Там, конечно, мизер. Вот основной металл, который я сейчас сплавлю и взвесим. Слитки готовы. Вот такие вот они. Почистил от буры лимонной кислотой. Сейчас взвесим на обеих весах. Здесь такой вес. Здесь такой. Почти одинаково, но будем считать 67,5 грамма. Так, и следующее видео по переработке, это будет уже катализатор. А на этом все. Всем добра и удачи. Всем пока.